Вы на канале? Алинка. И сегодня мы с Алинкой будем открывать что? Вот это. Да, набор такой пластилина Плейдо. Да. Называется Королевский дворец, да? Да. Это поверхие. Кто у нас там есть? Давай покажем. Сразу мы видим, что там есть Золушка, Русалка. Да? Да. Ну, давай открывать. Ой, а какой накрывающий? Давай, я тебе помогу. Как красиво. С этой стороны у нас изображено, что у нас получится. Вот. Получится вот такой замок. И будем украшать платье Золушки и Ариэль. Да? Да. Лина достала уже первые такие детальки от нашего замка. Ага, это такая подставка для замка, в которой можно надеть карету, штампики, туфельки, ух ты! Рыбку. Да, 4 баночки пластилина идет. 2 из них с блестками, 2 обыкновенные. Да, это такая башня у нас, да? Да. На башне тоже принты. Корону можно одеть, цветы. У меня все есть. Рапунцель нарисована, да, здесь? Да. Еще вот. Такие детали. Ты все достала? Да. А мне что-то кажется, что не все ты достала. Ты забыла самых главных наших персонажей достать. Итак. И вот наша Ариэль. Такая принцесска. Давай откроем учиться. Сейчас еще минутку посмотрим. Здесь у нас инструкция, как это все сооружать, скреплять. Как вот делаются платья нашим принцессам. Ну что, будем складывать? Да. Давай. Надо распаковать сначала наши детали. Двери есть. Это часть от нашей Ариэль. И вот здесь еще запчасти, да? Ух ты! От чего это непонятно? Надо выяснить. Вот цветочек. Вот еще деталька. Кружочек. Это было вот платье, да? Да. Открывается оно. Открывается платье. Тогда какой? Какой платье? Платье вот так, походу, одевается. Ай-яй-яй. Да? А вот это такое есть платье. А есть такое, ну запущи, тоже. Так, давай сначала сложим наш замок, да? Да. Установим башню. Она довольно-таки легко, да, устанавливается. Мам, смотри, я хотела так сделать. Башню мы установили. Далее наши врата, да? Эй. И вот еще. Эй. Так как? А где это куда? Сюда. Это куда? Это, я так понимаю, надо вот здесь вешать. Нет, это тоже не отсюда. Сейчас мы выясним, откуда вам. Так, цветы Алина правильно установила, да? Цветы вот так. О, они даже крутятся, смотри. Прикольно. А это куда? Это? Сейчас мы посмотрим, куда это.
Ой, а почему не есть? Жопки остеги. Помощь зала. А, вот это такой ролик. Вот, с этих запчастей получается вот такой ролик, которым можно делать вот такой принт. Отлично. Смотри, вот так он будет ездить. Так. Жух. Ну что, теперь пора уже нам с тобой распечатать пластилин. Как тучка у тебя? Да, на дудочку похоже, правда? Такой розовый у нас пластилин. Желтый. И голубой с блесткой. Итак. Приступим. А, мы еще забыли к нашей башне установить верхушку. Вот это мы с тобой даем. Оп. Так. Замок у нас сложен. Теперь осталась самая малость. Да? Украсить наш замок разными изображениями, вот как на картинке. Будем делать птичек, рыбок. Ну что, поехали? Да. Давай. Голубой пластилин возьмем? Да. А потом утеть. На тебе кусочек. И мне кусочек, да? Да. Оп. Я хочу сделать кого? Ну, давай сделаем рыбку. Уже некоторые элементы солинкой сделали. Вот такую птичку сделали. Рыбку. Да? Да. Такого мышонка маленького. Теперь давай украсим наш замок немножко, да? К примеру, где у нас мышонок будет жить? Можно его вот здесь поставить, да? Здесь. Рыбку вот здесь. Птичку здесь. Так, карета вот такая получилась. И вот такой флаундер. Сейчас мы их приклеим на свои места. Ну что, может попробуем сделать нашим принцессам платье? А? Давай. Ты уже сделала? Ну, Алинка, в общем, Золушке сделала шарф. Я так понимаю. Все, теперь я снимаю. Дай. Держи. А можно мне какую-то принцессу, я ей сделаю платье? Можно, Алин? Мама, я хочу эту. А я вот эту тогда возьму. Ну, одну тебе, одну мне. Ты эту хочешь? Хорошо. Так, мы немного положили пластилина сюда и сюда. Прикладываем к нашей Золушке. И защелкиваем. Здесь все получилось. Вот так вот платье наше выглядит. Теперь его надо доукрасить, да? Да. Чем же мы его украсим? Нам нужен бантик. Давай мы с тобой сделаем бантик. Да. Хорошо? А я сделаю пати. И мне сделай. А то у меня не получается. И мне сделай, пожалуйста. Сейчас и тебе сделаю. Все по очереди. Окей? Да. Я хочу лавовый. Можно мне сделать лавовое? Ей. Я хочу ей сделать лавовое. Розовое? Хорошо, вот розовое. Такой бант у нашей Золушки на платье. Уже теперь и ей платье. В
Давай нашу Ариэль. Сейчас мы сделаем ей платье. Это не Ариэль, это русалка. Русалка, да, русалку давай нашу. Оп. Лишнее убираем, да? Да. И... Та-дам! Одна часть платья. Вот такое красивое платье у Ариэль получилось. Но еще надо его немножко украсить, да? Давай добавим какого-то цвета к платью. Какие-то элементы добавим, да? Что мы можем выбрать тут? Оп! Бух! Упала наша Золушка. Сейчас сделаем звездочку на платье, да, нашей? Ариэль. Морская звезда. Оп. Где наша Золушка? Я сделаю. Опа. Опа, немножко побольше. Я ей скошу нужно. Ей кашу нужно, мам. Я сказала, ей нужно кашу. Хорошо. Ракушку на платье оденем. Она же у нас русалка. Мама, там... я хочу ей сделать такое. Какое такое? Вот эти. А там просто дырочка, там ничего нету. Давай гриву. Давай ей сделаем с косу. Косу? Да. Так у русалки у нас стрелки длинные волосы. И косу. Косу? Да. Алинка все хотела сделать косу, но мы ж не поняли сначала, как ее делать. Оказывается, ее надо вот сюда положить пластилинчик. А сверху, закрыть. Это как, в принципе, как поняшу мы делали. И потом вот здесь такая коса выйдет. Ты... А ты не поняла, да? Да, я сначала не поняла, как получается здесь коса. Оп! Смотри, какая длинная коска у Рапунцель получилась. Здорово! Ты решила ей отрезать косу? Слишком длинная, да, она у нее? Оп! Теперь, прикольно. Теперь я ей посыплю. Ты решила, что Золушка будет с длинной косой? Еще из этих цветочков можно тоже сделать украшение такое, да? Да. Давай сделаем. Я сделаю такое украшение. Белое украшение. Это у нас такой... Низ от платья можно сделать с этого цветочка, судя по изображению на картинке. Оп. Такой вот у нас очень красивый замок с принцессами получился. Алинка, тебе нравится? Да. Да? И мне очень нравится. Что тебе больше понравилось, украшать замок или делать платье принцессам? Тебе все, как всегда, понравилось? Понятно. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!